И всем привет, с вами я, Джиджи Грант. И в эфире влог Джиджи. Номер 3. Да, я изменила приветствие, теперь не будет влог. Номер 1, номер 2, номер 3. Теперь будет, как обычно, просто всем привет, с вами я, Джиджи Грант, и это влог. Вот так вот. Ну что же, начнем. Сегодня у нас не будет гостей. Так как я решила как бы свою серию. Итак, у меня появились очень много новых вещей. Точнее, 4. А, нет. У всех наших монстряшек, то есть 16, появились новые вещи. Ну, не 16 вещей, а пока что только 4. Ну, давайте что ли на них посмотрим. Я сейчас принесу. И первая вещь, это вот такая вот шапочка с помпончиком. Так, вторая вещь, абсолютно такая же шапочка, только без помпончика и другого цвета. Следующая вещь, тоже такая же бирюзовая, только не шапочка, а шарфик. Именно такой вот длинный шарфик. Ну и последняя вещь. Это пам-па-бам-пам-пам. Вот такая вот накидочка. Достаточно большая. Вязали ее полчаса. Вот такая вот. Достаточно большая. И красивая. Это связали в Венере. Мне сейчас вяжут такую же шапочку без помпончика. Мне обещали красивую. В общем, такую же розовенькую шапочку. Ну, не знаю. Сказали, красивая будет. Вот. Такая вот накидочка. А теперь, сейчас я присяду. Сейчас вот это все уберу. Беру такие. Пойдем. Нет, здесь. Так, все. Сейчас сяду. Так, а теперь я скажу, кто это вязал и когда. Это вязала моя хозяйка. Да, она научилась вязать, ей купили крючок и нитки. Ладно. Ладно, я приглашу гостя какого-нибудь. Сегодняшняя наша тема – вещи. И сегодня мы у нашего гостя спросим, какие у них новые вещи появились, кроме вот этих вязаных. Так, и сегодняшний наш гость – Ханни Свомп, знаменитый режиссер. Проходи, Ханни. Здравствуйте. Привет. Смотрите погоду с Ханни. Да, смотрите, интересная. Ладно, мне куда сесть? Надо сесть на пол. Вау, красивые вещи, спасибо. Прям мой цвет. Да, сейчас сяду. Итак, Ханни, появились ли у тебя какие-нибудь новые вещи? Кроме вязаных. А у меня еще вязаных не появилось. Вот именно. Да, появилась один. Сейчас. Вот. Это что? Зеркальце. Ба-бам. Привет. А в него можно смотреться? Ну, естественно. На что оно тогда зеркало? По-моему, оно какое-то мутное. Нет, не мутное. Ну, давай посмотрим. Привет. 15 секунд. Тебя, Ханни. Достаточно хорошо видно. Хоть чуть-чуть ему. Ну, хорошая вещь. Все. Ну, в принципе, хорошая вещь. И серия на этом закончена. Да, и кстати, если вы заметили обновление на нашем канале, ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. С вами была Джиджи Грант и Ханни Свомп. И вязаные вещи. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Джиджи Грант, Ханни Свомп. Всем удачи, до новых встреч, всем поки-поки.